Всем добрый день. Сегодня мы хотим спечь блинчики тонкие. Для этого вбиваем 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и пол-литра комнатной температуры кефир. Все перемешали. Дальше необходим стакан кипятка. Мы отмерили 4 столовых ложки растительного масла, вливаем в массу, перемешиваем. В кипяток пол чайной ложки соды добавляем и вливаем в массу блинную. Перемешиваем и понемногу добавляем просеянной муки. Венчиком будем размешивать и взбивать. Комочков не будет муки. Добавляем муки сколько необходимо для тонких блинчиков. Будем смотреть. Добавим ванильный сахар. Яйца домашние, желтый желточек. Взбиваем хорошо венчиком массу, чтобы не было комочков. Разогреваем сковороду, смазываем сковороду маслом растительным или сливочным и начинаем выпекать блинчики. Пропекаем с одной стороны, переворачиваем на другую. Пробуем сначала вот конец. Если отстает, значит уже можно переворачивать. Блинчики очень нежные, получаются тонкие.
И сразу же появляются дырочки, дырчатые. Пахнут ванилью. Дырчатые блинчики. Делайте по этому рецепту блинчики. Очень хороший рецепт блинчиков. Дырчатые, мягкие, вкусные. После 8 марта наступает Масленица. Как раз такой рецепт пригодится вам.